Акцию по переходу пешком организовали на центральных улицах Тобольска. Патрульные полицейские вместе с общественниками и юными инспекторами дорожного движения нанесли на пешеходные переходы профилактическую разметку и напомнили участникам правил велосипедистов. Катаемся, отдыхаем всегда вместе, соблюдаем правила, переходим дорожный переход пешком, а не на велосипеде. Как выяснилось, не все веловладельцы и любители самокатов знают правила дорожного движения. Некоторые устраивали финты прямо на проезжей части. А такое поведение на дороге приводит к опасным последствиям. В этом году у нас произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием юных велосипедистов только. Из которых в одном ДТП у нас ребенок пострадал. В прошлом году с участием детей у нас было 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 детей. Цель акции – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности движения. Ребенок должен знать, что, становясь обладателем велосипеда, он становится полноценным участником дорожного движения.